мнение, что не бывает некрасивых женщин. Бывают только недофинансированные. Добро пожаловать на битву стилистов, друзья! Сегодня мы присутствуем на по-настоящему значимом событии в мире индустрии красоты. Выставка Beauty 2014 открыла для всех желающих свои двери. Сотни людей пришли именно сюда для того, чтобы оценить мастерство и талант стилистов из салонов красоты, которые не только добились больших успехов, но и с легкостью здесь и сейчас доказывают свой статус. В прошлом выпуске мы познакомили вас с участниками битвы стилистов, которые наверняка себя уже извели ожиданиями результатов зрительского голосования. Сегодня я представлю вам людей, у которых не только есть чему поучиться, но которые на деле могут помочь нашим конкурсантам добиться наилучшего результата, используя только профессиональные косметические средства. Меня зовут Сергей Степанов, а.к.а. Epic Sax Guy. И для меня этот день особенный тем, что я решил доверить свою светлую голову абсолютно незнакомым мне стилистам. Пожалею я об этом или нет, мы узнаем в конце нашей передачи. Как правильно ухаживать за своими волосами и какая из профессиональных косметик на данный момент является лучшей в нашей стране? Профессиональная косметика в первую очередь отличается своим красителем. То есть это краситель, который позволяет не только получить желаемый результат, но и закрепить этот желаемый результат надолго, получить очень красивый блеск, очень хорошее качество волос и, естественно, очень красивые, яркие и долго сохраняющиеся цвета. Но какая же профессиональная косметика без профессионального ухода? И профессиональный уход, чем он и отличается от обычного, скажем так, недорогого ухода, это то, что в первую очередь туда идут очень качественные, очень хорошо подобранные ингредиенты. И самое главное, это, конечно же, концентрация продукта. Туда входит специальная формула и, естественно, туда входят тщательно отобранные продукты. Мы очень постарались сделать так, чтобы вот эти высококачественные профессиональные продукты были доступны у нас в стране не только в салонах красоты, но и тем ценителям прекрасного, которые захотят их купить самостоятельно. И, естественно, Schwarzkopf Professional, как мировой лидер, предоставляет очень широкий спектр по уходу за волосами. И для чего нужен такой спектр? Для того, чтобы каждый желающий мог выбрать для себя то, что нужно именно ему. Я уверен, что такая информация никогда не будет лишней, как для наших участников, так и для людей, которые просто хотят хорошо выглядеть. Друзья, сегодня здесь не только праздник красоты, но и праздник знаний, которые помогут сделать вашу жизнь немного красивее. И главный помощник в этом – журнал «Эстетика». Скажи, пожалуйста, что есть такого в ваших журналах, что отличает его от большинства других подобных изданий? Это единственный профессиональный журнал у нас в Молдове, который рассказывает о всех событиях, которые происходят в индустрии красоты у нас в Молдове, в Европе и даже в мире. Друзья, чем дальше, тем интереснее. Настоящий сюрприз. Похоже, мы поймали одну из наших участниц. Давайте пообщаемся с ней. Привет, где-то я тебя уже видел, признавайся. Привет всем, я же участница битвы стилистов. Причем участвую в двух номинациях, по прическам и по визажу. Друзья, я сегодня имею честь оказаться на мастер-классе международного судьи Елены Симки. Давайте поприветствуем все вместе ее и скажем, как сильно мы ее любим. Эй! Добрый день, Елена, расскажите, что здесь сегодня происходит? Добрый день. Сегодня в рамках выставки мы показываем мастер-класс для всех мастеров, которые хотят повысить свою квалификацию, увидеть какие-то новые работы, новые тенденции. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-нибудь совет нашим конкурсантам? Конкурсантам, которые участвуют в конкурсе VCL, я бы желала удачи и побольше вдохновляться, смотреть много разных работ. Мне бы хотелось увидеть очень красивые, достойные работы, и я не сомневаюсь, что они обязательно будут. Скажите, пожалуйста, вот если можно только честно, боитесь ли вы, что рано или поздно кто-то из наших конкурсантов составит вам конкуренцию?
Нет, этого я вообще не боюсь, потому что я рада, когда мои ученики растут, развиваются. Это меня еще больше стимулирует, поэтому я очень рада тому, что все мои ученики участвуют в этом конкурсе. Много мастеров, которые приходят на повышение квалификации. Я очень рада за них. Друзья, а я тем временем поймал еще нескольких участниц нашего конкурса. Девчонки, привет, что вы здесь делаете? Привет. Ну, я participала в экспозиции Beauty Dome 14, где на стенду Елена Симкив, Makeup School. И не приготовим для конкурса нашего. Ну-ка, скажи нам честно, приготовила какой-нибудь коварный сюрприз для финала? Да, am pregătit anumite schițe pentru lucrarea mea în finală, dar asta va fi o surpriză pentru toți participanții și pentru toată lumea care mă susține în voturi. Deci, vă mulțumesc mult pentru susținere și aștept să votați pentru lucrarea mea. Вот так вот, друзья. Поэтому голосуйте прямо сейчас за этих очаровательных девчонок. Они действительно работают и стараются для того, чтобы победить и сделать для вас что-нибудь красивое. Есть ли какой-то секрет успешной свадебной прически? Правильно выбрать нужно прическу. Вот, совершенно верно. Друзья, доверяйте своей интуиции и делайте правильные, красивые прически на самый важный день в вашей жизни. Скажи, пожалуйста, а вот здесь каждый локон к локону стоит. Скажи, есть ли какой-то элемент импровизации в твоей работе? Все элементы – это моя импровизация. Рядом со мной очаровательная представительница салона «Афродита». Привет, как дела? Здравствуйте, все очень хорошо. Супер. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то обращение к нашим телезрителям? Есть, конечно. Всем желаю удачи, конечно, и голосуйте за наш салон «Афродита». Друзья, если вы думаете, что наведение красоты – это удел сугубо женский, то вы глубоко ошибаетесь. Привет, как настроение? Отлично. Меня зовут Анатолий. Я рад приветствовать всех сегодняшних зрителей и не только. Сегодня замечательный весенний день. И мы представляем студию «Алит», творим вот такое вот чудо. Скажи, пожалуйста, ты слышал что-нибудь про новый проект «Битва стилистов»? Да, конечно, потому что непосредственно мы же стилисты. Стилистика – это очень хорошая профессия, потому что она дарит всем красоту, тепло и радость. Отлично. А почему сам тогда не принимаешь участие в конкурсе? Я сам не принимаю участие, потому что сам готовлю учеников, подготавливал проект. Для того, чтобы достойно хорошо выступить, пришлось отказаться от этого конкурса. Вот очень хотелось поучаствовать. Вот на такие, друзья, нечеловеческие жертвы обрекают себя преподаватели. Я искренне желаю всей твоей команде победы и хорошего настроения на сегодня. Дай пять. Скажите, девчонки, вы слышали что-нибудь про битву стилистов? Да, это самое классное шоу вообще, зашибись! Вот, отличная реакция. А ты слышала? Конечно, слышала. Еще бы кто не услышал об этом. Отлично, друзья, мы становимся все популярнее и популярнее. Друзья, из этого огромного количества стилистов я не смог, к сожалению, выбрать одного. Поэтому позволю каждому из них внести в мой образ что-то свое. Не зря говорят, друзья, что своему гинекологу и стилисту изменять нельзя. Поэтому вы понимаете, насколько важно нам узнать имя лучшего стилиста и доверять отныне только ему. Друзья, доверяйтесь профессионалам в Эйцел. Фраза короткая, поэтому быстренько. Меня зовут Сергей Степанов, АК Epic Sax Guy. И для меня этот день особенный тем, что я решил доверить свою светлую голову абсолютно незнакомым мне стилистам. Пожалею я об этом или нет? Нет, давай переснимем. Друзья, сегодня здесь не только настоящий праздник красоты, но и праздник тех людей. Самый главный секрет – это постоянные... На меня смотришь мне в глаза, пытаешься соблазнить меня, и камера... А если муж увидит? Друзья, я предлагаю пообщаться и узнать, что же думают люди. О, молодой человек, добрый день, как настроение ваше? Ой, настроение супер, такой праздник здесь сегодня. Отлично. Я вообще супер удачно попал здесь, мне очень нравится здесь. Сейчас.
Все нормально, все хорошо. Лена, я извиняюсь, можно мы вас отснимем сейчас небольшую превьюшку, чтобы вставить наше шоу немного? А что мне делать? Я задам буквально парочку вопросов. Юрий, скажите, это ваши такие вопросы коварные? Нет, нет, коварного ничего не будет. Да? Ужас какой. Моя слава бежит впереди меня. Да, конечно. Так, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Привет, дружи, как настроение? Отлично. Нет, дружи как-то помолодался. Друзья, чисто мужской совет. Если вы хотите найти себе красивую, умную, талантливую девушку, вам нужно прийти именно сюда. Но здесь есть и другие персонажи. Привет, как настроение? Отлично. Что ты здесь делаешь и вообще... Друзья, если вы думаете, что наведение красоты – это удел сугубо женский, то вы глубоко ошибаетесь. Привет, дружи, как... Команда победит, и вы станете следующими представителями. Ну что, друзья, теперь я понимаю поговорку, почему нельзя изменять гинекологу и своему стилисту. Нет, не то, давай еще раз попробуем. Ну что, друзья, я, конечно, в шоу-бизнесе, но, к счастью, не так глубоко. Поэтому не доверяйте своей интуиции, а доверяйте профессионалам. Друг, отличная прическа. Спасибо. Я знаю. Как жалко разрушать такую красоту. Да. Как жалко разрушать такую красоту. Доверяйте профессионалам. VCL. Пока.